Ребята, всем привет! Канал Реальная Качалка. Сегодня у нас, как всегда, элитные продукты. Сегодня у нас креатин. Вы спрашиваете, какой еще? Расскажи, креатин классный. Какой посоветуешь? Какой? В чем вопрос? Он не сильно дорогой, но какой выбрать? Огромный выбор. Ребят, Олимп. Креатин Explode Powder. Смесь 6 креатинов в одной нормальной банке с нормальной пропорцией. Лично на себе ощутил это силовые показатели, начали расти аэробная, анаэробная выносливость, восстановление и уменьшение жировой прослойки. Ну, не буду говорить, что именно от него, но что-то такое было. Ну, реально сильно действующий комплекс. 6 наиболее эффективных форм креатина в одной банке. Друг друга, как бы можно сказать, они усиливают, дополняют, и идет заметный результат. В общем, вот такая вот разработка. Сейчас мы все это посмотрим, распакуем. Уверен, мало вы таких видели обзоров. И хочу еще добавить то, что данный креатин идет со вкусом, с разным. В данном варианте это оранж. По-моему, оранж я брал, что вам показать. Да, вот оранж. Увидели, да? Запечатка, защита стоит, как всегда. Куча разной защиты вот тут. В общем, все как полагается. Сейчас мы смотрим. Так, ребятки, такая банка. Тут тоже вот написано оранж. Помимо того, что стикер. Такие стикеры делает только Олимп. Сразу говорю, как бы на БЦАшках, помните, да? Тоже идут такие наклеечки. И здесь то же самое. Так. Вот такая вот темка. Интересная, даже мега интересная, мое мнение. И здесь получается у нас 500 грамм, 100 порций. Скуп есть. В общем, долго вас томить не буду. Сейчас посмотрю срок годности. Вот до какого можно. 4.01. 18. Все. И погнали. Открываем поляка. Аккуратненько. Поможет нам в этом мой друг Нажаня. Да, вот он. Не люблю я, когда открывается, как попало. Поэтому лучше все-таки пройтись ножиком. И вам тоже такой маленький лайфхак. Если банки вот такие идут полностью, не стесняйтесь, проходите ножом. Как говорится, от нас не убудет. Но открыть качественно. Очень даже неплохо. Вот, видите? То, что вот, хотел по-быстрому, как говорится, показал. И в итоге баночка разорвана. Открываем. Так. О, какая красота. Стоит ихняя пломба, которая открылась так быстро. Но я уверен, что это не подделка. Так. И вот такой вот он. Хотя что-то комками. Да. Ну, где-то видно было какое-то нарушение, я думаю. И вот так он выглядит. Слышно сильный аромат. Вот есть мерная ложка. И вот этот креатин. Ну, я думаю, что это всего лишь навсего оплошность, потому что мы берем у проверенных. Ну да, нормальный. Я вот сейчас смотрю по консистенции. Очень даже неплохой. Так он выглядит. Отличается очень сильно от внешне, если посмотреть, сильно отличается от просто обычного моногидрата.
скупчик. Вот так вот это одна порция, это один скуп получается. Так. Ребята, вы спросите, как принимать, да? Значит, принимается креатин Explode Powder. Вот рекомендация. По одной порции это 5 грамм ложка. Два раза в сутки. В общей сложности 10 грамм в сутки надо принимать. Лучшее время для приема после пробуждения, только проснулся, и по окончанию тренинга. В дни без тренировок можно употреблять добавку один раз. Сразу после сна проснулся, лупанул. Вот такая штука. Очень даже неплохая. Так выглядит. Все, ребятки. Реальная качалка его рекомендует вам. Не забываем писать в комментариях свое мнение насчет этого видео. Если понравилось видео, то поддержите нас лайками и поделитесь этим видео с друзьями. Этим вы очень поможете развитию нашего канала. Чтобы не пропустить наше новое видео, подписывайтесь на наш канал «Реальная качалка» и на нашу группу ВКонтакте. Все ссылки есть в описании к этому видео. А еще одно, если вы все еще не сделали это, то просто нажмите на колокольчик возле кнопки «Подписаться». Ставьте галочку «Сообщать мне обо всех новостях этого канала» и жмите «Сохранить». Так вы точно не пропустите ни один из наших выпусков. Все спортивное питание, которое мы рекомендуем и которое реально проверено неоднократно на собственном опыте и на опыте наших знакомых, продавцов, фармацевтов, врачей. То есть все такое, которое топ этого года, ребята, под этим видео в описании я все расписал. Смело открывай, смотри и выбирай себе на вкус. Все расписал, все есть, только почитай. Пока-пока. Хороших тебе тренировок. Это реальная качалка.